только что распилили мы камель груши, нижнюю самую часть. Сделал доску одну. Бляха, немного клином вышло с этой стороны, вверх уже шире вниз. Ну ничего, для дальнейшей обработки нормально будет. Остались два горбыля с груши. Не знаю, что с их делать. Видно, вот спил. Почти ровный. Чуть-чуть вертолет есть, но руками и бензопилой нормально. Это была груша. Груша, кстати, пилится трудновато. Это вот орех грецкий пилил. Орех полегче немного. Там сердцевина только жесткая, а тут вся как костка. Вышел такие вот спил. Доска где-то 9 сантиметров. Ну не доска, это я буду потом в будущем на бруски распиливать. А может где завезу. Еще на пилораму распустят ленточкой на уже доски поуже. Короче, подумаю, что будет делать. Для чего я распилил, чтобы не лежала целая колода. Спилена уже месяц она, чтобы не лежала целая, то что потрескается колода. Да и внутри загниваться будет. А так она уже спилена, будет просыхать. И будет доска такая. Ну, вроде бы ровно вышло. Сейчас просяду, досочку покажу. Видно. Ну есть, конечно, немного вертолет, но не сильный. Вышла у нас одна с груши. Ствол не сильно толстый. Два таких горбыля. Ну, горбыли. Посмотрим. Покуда не буду распиливать их, а лежать. И с ореха грецкого в этом году спилил. В ненужном месте это вышел так его один. У нас спил. Это, можно сказать, сердцевина почти самая. Видно тут. Светлая древесина внутри, темная такая. Я сразу думал, загнившаяся аж. Этого ореха такая сердцевина, как у дуба. Цветом. По крепости видно. Прожилки идут. Орех. Вышел один. Если бы я знал, то бы чуть-чуть эту взял. Ближе к центру, вот эту. И это вышло чуть к краю. Вот так у меня вышло. Остаток вот сбоку был. От этой вот толстой широкой, что сейчас показываю. Остаток остался. Ну вот, как бы сказать, ну тоже куда-нибудь применим. Если тут будет 60 сантиметров толщина, то буду точить кое-что на токарном этом по дереву. А это у нас с ореха тоже часть такая. Сейчас подниму, покажу. Ну, есть немного вертолет. Для бензопилы. Нормально для бензопилы. Вышло с ореха. Три доски. Это самое тяжелое. Центральное. Да, почти без вертолета. Даже нету вертолета. Ровненько. Видно. Совпадает с верхней грани. С нижними. Это тоже сантиметров 9 толщины. Будет покуда просыхать. Материал этот готовый уже. Оп.
будем просыхать, потом что-нибудь придумаем, сделаем. Можно стол сделать с двух. Толстый такой. Конечно. Не знаю, что лучше с этого ореха сделать можно. Кто занимается, подскажите. Такого вот спила 9 сантиметров. И в ширины где-то 20, там 25. Что можно с этого сделать? Или же распилить потом на рейке, да склеить тридцатку, столешницу или сороковочку где-то, или же диким таким сделать с двух спилов или даже с трех с этих. Короче, подумаю, может, все под навес с ореха стол сделаю. Ладно. Буду заканчивать. Надо убирать.